Втомилися? Почуваєте себе самотнім та пригніченим? Навіть улюблені парфуми не надихають? Висновок один. Парфумерна депресія. Найчастіше вона відвідує нас восени. Да, к сожалению, люди сами этого не подозревая, очень часто страдают этой болезнью парфюмированной депрессии. Розпізнати її дуже просто. До основних симптомів депресії, втомленості, пригніченості, поганого настрою, як наслідок додається перекручена реальність. Так, звичайний похід у магазин може обернутися справжньою трагедією, адже до болі знайомі і улюблені парфуми будуть здаватися чимось непримітним та буденним. Але щоб до осінньої хандри не додати ще зміни вражень та почуттів, і щоб система органів чуття остаточно не дала збій, треба дотримуватися певних правил. Прежде всего, это хорошее настроение и бодрость духа, это в первую очередь. И существует 5 правил, которые, ну, как бы мы советуем не нарушать. Ни в коем случае не смешивать ароматы, то есть дневной, вечерний, потому что это тяжело, ну, может вызывать головную боль, и от этого идет, соответственно, плохое самочувствие, ну, и так далее и тому подобное. Не смешивать парфюмы с другими запахами, декоративной косметики, по уходу за телом. Также следует аромат наносить на чистое тело. И ни в коем случае нельзя думать, что в течение, ну, рабочего дня духи могут заменить душ. И не следует покупать аромат от безысходности, для того, чтобы там, ну, если хочется что-нибудь, лишь бы что купить. Лучше переждать. Все равно, когда придет хорошее настроение, этот аромат вам не понравится. Отож, дотримуючись цих простих правил, ви зможете завжди залишатися у гарному настрої і уникнути так званої парфумерної депресії. Будьте спостережливі і прекрасні. І лише на це хочу додати, пам'ятайте, що вкус к парфюмерной жизни, как и ко всему прекрасному, возвращается с хорошим настроением и с нахождением гармонии в себе.